В Армении возбуждено уголовное дело в связи с заявлениями лидера движения по спасению Родины Вазгена Манукяна, сделанными 20 февраля в ходе митинга оппозиции. Как передает канал 13 со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщил советник генпрокурора Армении Гора Абрамян. Он отметил, что дело заведено по статье 301 «Публичные призывы к насильственному захвату власти, нарушению территориальной целостности или насильственному изменению конституционного строя Республики Армения, Уголовного кодекса страны». Отмечается, что на митинге в Ереване Манукян заявил, что для достижения смены власти в Армении необходимо сломать опоры, на которых держится власть премьер-министра Никола Пашиняна. По мнению оппозиционера, нужно оказать массовое народное давление на силовые структуры и депутатов фракции «Мой шаг». Манукян подчеркнул, что если этот план А не сработает, то оппозиция задействует план Б – взятие власти с молниеносной скоростью. Напомним, что после подписания трехстороннего заявления по Карабаху в Армении начались акции протеста с требованием отставки правительства во главе с премьер-министром Николом Пашиняном. Ряд оппозиционных сил выдвинул своего кандидата на пост главы правительства, лидера движения по спасению Родины Вазгена Манукяна.